Всем здравствуйте! СМИ назвали причиной развода Александра Гордона с женой Юлию Барановскую. Из-за нее Александр Гордон мог развестись со своей четвертой женой. Александр Гордон с Юлией Барановской вместе работают последние 4 года, они ведут передачу на Первом канале, но ранее никто не мог предположить наличие между ними возможных любовных отношений. Не так давно ведущий решил расстаться со студенткой в ГИКа, после чего появились разные слухи. Не исключается, что Гордон захотел отдохнуть от семейной жизни, или причиной разрыва с молодой супругой стала разница в возрасте. Такую точку зрения сообщили в телеграм-канале «Только никому». Поклонники высказали собственное мнение по поводу этой истории. Они считают, что в расставании пары замешана Юлия Барановская. Она постоянно видит коллегу в студии и очень хорошо выглядит для 35-летнего возраста. Несмотря на эффектную внешность, звезда отечественного телевидения по-прежнему одинока и сама воспитывает 3 детей. Пользователи сети допустили, что в действительности у бывшей жены Андрея Аршавина имеется возлюбленный, но она его скрывает от посторонних глаз. Напомним, что Юлия Барановская состояла в любовных отношениях с известным российским футболистом Андреем Аршавиным. С бывшим капитаном сборной России она познакомилась летом 2003 года и проживала вместе с ним до 2013 года. Телеведущая родила от спортсмена 2 сыновей и 1 дочь. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.